Можем поплыть на этой лодке, если я смогу ее спустить. Ха! Одним шпионом меньше. Смотрю, начало неплохое, а? Атрей, ты потерял бдительность. Зато добыл лодку. Как соберешься, можем отправляться по каналу. Зачем в воде эта цепь? Она от гномьего парома, которого тут не наблюдается. Все не верится, что мама возглавила восстание против Одина и ни словом не обмолвилась. Может быть, от того, что восстание провалилось. Чем она занималась до нашей встречи? Ее дело. А ты интересовался? Смотри по сторонам. В воде есть ресурсы. Сразу не спрашивал маму, чем она жила раньше. Да о чем вы вообще с ней говорили? Или ты говорил лишь: женщина, стереги дом, я пойду наловлю рыбы. И уходил на 5 дней? Нет, твоя мать рыбачила куда лучше меня. Ты видел? Вон там.
колесо перекрыло канал. Наверное, если повернуть его, мы сможем проплыть. Так это и есть болото? Очень похоже. Это топь. От запаха глаза слезятся. Должен сказать, и впрямь попахивает крепче, чем когда я был тут в прошлый раз. Дорога идет дальше по другую сторону гейзера. Ха, были бы мы в Мидгарде, вода бы вмиг замерзла. А если его заморозить? Похоже, это артефакт времен гномьего восстания. Нарукавник Хрейдмара, отца нескольких небезызвестных тебе гномов. Наверное, стоит отнести Броку. Пусть лучше будет у него, чем здесь. Как ты думаешь, мы сможем залезть? Да, гномы строили на совесть. Тюр дружил с великанами. Интересно, знал ли он маму? Был ли он участником восстания? Все может быть. Бог войны частенько якшался с великанами, но не припомню, чтобы он открыто объявлял их союзниками. Идем. Должен быть более быстрый путь вниз. Ah!
все! Чисто! Так, теперь надо придумать, как повернуть колесо. Эй, предупреждать надо, если видишь, что твой спутник вот-вот увязнет по самое горло. Земля. Это землетрясение? Такое в Свартальфхейме случается, пусть и не часто. Учитывая, сколько тут копали, земля может быть нестабильна. Достанешь до колеса отсюда. Ого, ловко ты опустил его, как раз так, как надо. А может ли быть, что тут так тепло не потому, что холод сюда еще не добрался, а потому, что в Свартальфхейме просто все иначе? Точно. Фимбул Винтер влияет на все миры по-разному. Странно, что он не несет предсказанную стужу повсюду. Но он принес ее в Мидгард. А тут, как видишь, его влияние выражается более газоподобно. Обрати внимание на гейзеры, на упомянутый запах. Здесь и прежде такое бывало, но сейчас всего этого стало слишком много. Как думаешь, пройдем под мостом? Thank you.
Отец, наверху. О! Все! Ну, есть там что-нибудь? Они что, заткнули гейзеры? Кажется, надо повернуть колесо, но вода не достает. Эти твари повсюду. Если гномы этого мира похожи на Фрока и Синдри, вряд ли они будут работать на Одина.
Частенько у себя под носом не видишь ничего, кроме немедленной выгоды. Один предлагал им безопасность, а спорить с ним себе дороже. Так может, парочке богов стоило помочь им развернуть войну против него? Атрей, мы здесь не за этим. Да я пошутил. Война не шутка, особенно если воюют не боги. Как думаешь, Один исполнит свое обещание? Будем держаться в тени, и он не тронет нас? Нет. Но это не значит, что я выйду против него. Мы сможем найти новый дом, где ни он, ни Фрейя нас не достанут. Но найдем Тюра, и он будет сражаться за нас. Сражаться? Я не то хотел сказать, но мы столько можем узнать от Тюра. Любая его помощь пригодится, верно? Пойдем дальше. Здорово же вместе изучать новый мир, да? Может, просто порадуемся теплу? Разруха. И да, я не расслабляюсь. Вокруг полно этих злобных.
Чисто! Хорошо, что ты знаешь руны, брат. Думаю, здесь все. Идем дальше. Слишком прыткая. Как же ее поймать? Обойди ее, нападай сзади. Хорошо. Нужно зайти сзади. Ну как? Посмотрим, что выпало. Отец, наверху. Должна быть еще цель, еще вторую часть.
чисто! Я понял. Заморозь гейзер и давление повернет колесо. Но! А, неплохо. С того обломка что-нибудь видно? Поэма Квасира. Заумная даже для меня. Собирай их, если попадутся. Хочешь вызнать у Тюра? Ну, я же говорил. Я надеюсь, что он знает что-то про Локи. И еще я бы хотел послушать его рассказы. О путешествиях в другие земли, о великанах. И, может быть, о том, каково было сражаться тогда, в те времена. Просто интересно. Интересно. Будем надеяться, после долгого заключения Тюру захочется поболтать. Ведь не все узники Одина так словоохотливы, как я. Мы не знаем точно, здесь ли Тюр. Верно. То землетрясение. Думаешь, будет еще одно? Вряд ли. Но такие пертурбации – штука непредсказуемая. Если гейзеры и запах тут сильнее, может, Фимблвинтер повлиял и на землетрясение? Да, в твоей догадке есть смысл. Атрей, что впереди? Ого! Похоже, это и есть город. Добро пожаловать в Нидавеллир. Эй, гномы! Ой, они разбегаются. Я бы подал такой сигнал, только если бы тело было еще при мне, и возникла угроза, что меня его лишат. А мы-то здесь при чем? Они напуганы. Это явно сигнал тревоги. Почему все спрятались? Будь начеку. Уходите. Толку от них не будет. Придется самим искать таверну, о которой сказал Синдри. И надеяться, что впустят.